К открытию нового поискового сезона «Вахта памяти» участники поискового отряда и военные в Орловой щели разбили палаточный лагерь. Именно здесь пройдут первые поисковые работы этого сезона. На торжественный митинг, посвященный открытию «Вахты памяти», прибыли гости. Многие обратились к поисковикам со словами благодарности. Вы и ваши товарищи возвращаете имена павших воинов, тех, кого не дождались дома матери, сестры, братья и дети. Эта работа, ваше честное и бескорыстное отношение к делу не дают погаснуть благодарной памяти людей. Спасибо вам огромное за вашу работу. Вы многим нашли тех людей, которых они всю жизнь искали. Вот я во время войны в моей семье погибло 4 человека. Один, на одного мы знаем где и как, а вот трех не знаем. А все время вспоминаем, что вот в День Победы и так иногда, а вот где же, а как же так? И вы делаете большое дело. Честь вам и хвала. Отряд начнет работы с поиска останков солдат 30-й Иркутской дивизии, павших в боях на этой территории. Предыдущая вахта памяти происходила также здесь с одним подразделением вашей группировки. И хочу сказать, что результаты были довольно-таки весомые, удовлетворительные. Нашли мы 4 бойца, и одного из них нашли бойца именного. Это краснофлотец Горковченко Николай Яковлевич, который погиб вот здесь, на этих склонах. Поисковый отряд «Волчьи ворота» начал свою деятельность с конца прошлого года. За это время совместно с другими отрядами им удалось обнаружить на территории Горячего Ключа останки 16 бойцов советской армии. Их, а также останки защитников, найденные до 22 июня, будут захоронены в урочище под Нависло в День памяти и скорби. Вместе с поисковиками в вахте памяти примут участие и военнослужащие. С сегодняшнего дня во всем Южном военном округе с целью развитие патриотического движения начинается вахта памяти. Мы находимся на входе в урочище Орлова щель. Здесь будет работать 2 отряда. Это от моей бригады и от соседней бригады специального назначения. 2 сводных подразделения по 50 человек каждое. Мы будем работать до осени этого года совместно с поисковым отрядом «Волчьи ворота» города Горячего Ключ. Главной задачей это молодежь приобщить к всероссийскому движению, это бессмертный полк, воспитать их в духе патриотизма. И что патриотизм это не только праздник 9 мая, а это ежедневная память, ежедневная работа, ежедневный труд и служба на благо нашей Родины. Буквально сразу, как только начались поисковые работы, в окрестностях Орловой щели были обнаружены первые останки бойца. Предположительно, они принадлежат солдату 30-й стрелковой Иркутской дивизии, которая в годы войны вела боевые действия в этом районе. В настоящее время идет обследование участка. Когда позволит погода, отряды планируют отправиться на хребет Кутх и Качканову гору. Ситуация сложилась так,